И еще на спортивную тематику. С 19 по 22 мая в Волгограде впервые пройдет чемпионат Европы по бильярду «Свободная пирамида». В мужских и женских состязаниях примут участие спортсмены из России, Украины и Белоруссии. Открытие чемпионата состоится завтра во Дворце спорта профсоюзов. Это соревнование пройдет впервые в городе-герое Волгограде. Это для нас и большая честь, и ответственность, и отрадно, что подобные мероприятия как российского, так и европейского и высшего уровня все чаще стали проходить в нашем регионе. Наверное, это говорит о том, что привлекательность Волгоградской области и областного центра значительно выросли в последнее время.